«Корабль дураков» – одна из самых известных картин нидерландского художника Иеронима Босха, хотя это и не самостоятельное произведение. По мнению многих, она является фрагментом утерянного триптиха, другими частями которого были аллегория чревоугодия и любострастия. Она была, скорее всего, нижней частью той же створки, что и «Корабль дураков», и «Смерть скупца», которая была, скорее всего, правой створкой этого же триптиха. Ее сохранность не очень хороша, пострадал задний план полотна. Часть ее была, очевидно, закрашена. Дендрохронологические исследования показали, что работа появилась около 1491 или позднее. Работа была впервые официально упомянута в 1914 году, как часть коллекции французского искусствоведа и куратора Лувра Камиля Бенуа. Она была подарена им Лувру в 1918 году и в настоящее время находится в 10-м зале на втором этаже галереи Ришелье в Лувре. Это ранняя работа в легкой манере. Фигуры набросаны несколькими штрихами или сочными мазками. Впрочем, выразительный рисунок, гибкий мазок говорят о совершенстве живописной техники художника. Центральная тема – осмеяние и осуждение пороков человеческого общества, глупости и зла, господствующих в мире. В 1494 году в Базеле была напечатана сатирическая поэма «Корабль дураков» Себастьяна Бранта. Считается, что одноименная картина Босха написана по мотивам этого произведения «Корабль дураков», где монах и две монашки беззастенчиво развлекаются с крестьянами у лодки, имеющей шута в качестве рулевого. Пародия на корабль церкви, обвинение в похотливости и невоздержанности в адрес духовенства. Монах и монахиня с упоением распевают песни, не ведая, что корабль церкви превратился в свой антипод. Корабль зла, без руля и ветрил, влекущий души в ад. Корабль традиционно символизировал церковь, ведущую души верующих к небесной пристани. Композиционным построением своей картины Босх подчеркивает неустойчивость и эфемерность корабля, бессмысленность происходящего. Фигуры плоские, грубые и уродливые, напоминают гротескные маски. Они кричат, буйствуют, рискуя перевернуть корабль. Каждая фигура и каждый предмет имеют символическое значение и намекают на человеческие пороки. Невоздержанность, разврат, пьянство, обжорство, тщеславие. Корабль представляет собой диковинное сооружение. Мачта ему служит живое, покрытое листьями дерево, сломанная ветка – рулем. Высказывались мнения, что мачта в виде дерева соотносится с так называемым майским деревом, вокруг которого происходят народные празднества в честь прихода весны, времени года, когда и миряне, и духовенство склонны приступать моральные запреты. У Босха на корабле вместе с христианами беспутствуют монах и две монахини. Явный намек на упадок нравов как в церкви, так и среди мирян. А из гущи листвы выглядывает сова. Монах и монахиня поют какую-то песню под бренчание лютни. Заодно они пытаются схватить ртом блин, висящий на шнуре, который приводит в движение человек с поднятой вверх рукой. Лютня, изображенная на полотне в виде белого инструмента, с круглым отверстием посередине, символизирует вагину, а игра на ней обозначает
разрад. На языке символов мужским эквивалентом лютни считалась волынка. Грех любострастия также символизирует традиционные атрибуты – блюдо с вишнями и висящий за бортом металлический кувшин с вином. Вишня, как и лютня, символизирует распутство. То же означает и ореховый куст на мачте. Пустой сосуд на копье и вымпел с полумесяцем – знаки сатаны. Грех чревоугодия недвусмысленно представлен персонажами веселой пирушки, один из которых тянется с ножом к жареному гусю, привязанному к мачте. Другой, в приступе рвоты, перевесился за борт, а третий гребет гигантским черпаком, как весло. А в это время человек с ножом в руке готов уже перерубить мачту. На переднем плане фигуры не то тонущих, не то пытающихся присоединиться к пиршеству на корабле. На мачте примостился шут в дурацком колпаке, пьющий вино. Фигура шута заставляла многих историков искусства усматривать связь между этой находящейся в Лувре работой Босха и книгой Себастьяна Бранта «Корабль дураков». Еще при жизни автора, выдержавшей 6 изданий и переведенной на несколько языков.